Здравствуйте, меня зовут Чаус Николай Алексеевич. Как видите, я жив-здоров и все у меня в порядке. На данный момент я нахожусь в полной безопасности и хорошо себя чувствую. Кроме того, все мои конечности на месте и челюсть без видимых повреждений. В данное время не могу сообщить о своем месте нахождения. Но вынужден сказать о себе, потому что многие пытаются спекулировать на моем якобы похищении. Кому это выгодно? Можно только догадываться. В первую очередь хочу обратиться к своей жене. Светлана, прости меня за то, что тебе и нашим детям пришлось пережить. Но так надо было сделать. В ближайшее время обещаю все наладится, а те, кто виновен в наших бедах, понесут заслуженное наказание. Касательно похищения, хочу сказать, что оно действительно было. Но было не сейчас, а в 2016 году. С тех пор меня постоянно запугивали расправы, заставляя тем самым находиться в Молдове. Люди, причастные к этому, боялись и боятся, что я вернусь и начну говорить. Спасибо моим друзьям, которые помогли мне избежать этой тюрьмы и верной смерти. В ближайшее время я намерен появиться в Украине и вместе со своими адвокатами дать ответы на все вопросы, в том числе, которые так сильно интересует украинское общество, НАБУ и ДБР. Слава Украине!